Во время съемок кинокартины «Тегеран 43» эпизод, где персонажа Алена Делона убивают, и он вместе с Натальей Белохвостиковой падает на булыжную мостовую, снимался на набережной Сены. Ален Делон оглядел место съемок и сказал: «После дождя здесь скользко». Тогда на Делона надели наколенники и налокотники. Когда съемки начались, он обнаружил, что Наталья Белохвостикова одета только в тоненькое легкое пальтишко, а она падает на те же самые булыжники. Тогда Делон возмутился, что это такое, а режиссер ему ответил: «Ну это мы по-советски, никого не бережем, ни себя, ни других». Наталья Белохвостикова вспоминала: «Ален Делон сказал мне, постарайся как-то упасть на меня, а я буду делать все от меня зависящее, чтобы ты не поранилась». Режиссер Наумов вспоминал, что после этого Делон полдня с ним не разговаривал.